Так, я вижу почти полное собрание котов. Некоторые еще здесь вне поля зрения. Сейчас будем кормить их кошачьим кормом. Будем кормить их как птичек. Смотрите, сколько у соседа Коляна котов. Федор, на! Он и Федор пришел, весь обтрепанный. Давайте вот так вот их кормить. Пусть собирают. Но это еще точно не все. Если их посчитать, то получается 1, 2, 3, 4, 5, 7. Черный это черныш. Смотрите, сколько рыжиков и Федя. Пусть клюют, как птички. Некоторые-то еще и есть не хотят. Потому что рыба сейчас хорошо ловится. О. Идите, клюйте. На улице сейчас тепло. Одно удовольствие. Плюсовая температура. Все тает. Поэтому пусть котики полакомятся, поиграют сбором своих вот этих конфеток. Сухих кошачьих кормов. Вот такой я им привезла на эти выходные. Пурина Ван. А ты что, Дуси, смотришь? Иди подбирай. Иди клюй зернышки. Не хочешь? Потом вам в тарелочку насыпем. Мне лень сейчас идти. Вот такой у нас у соседей кошачье царство. Очень много котов. Очень много. И тишина. Вот это рыбки для нашей маленькой речки. Это буквально за полчасика на червяков. Ну вот продолжение. Пока я снимал видео, попался окунь. Вот такой хороший. И вот одна удочка у нас утонула. Уплыла. Колян среагировать не успел. Поэтому теперь прижимаем ледобуру. Самба. Ну вот, такие экземпляры тоже здесь водятся, товарищи. Вот такие вот, хорошие такие, хищные экземпляры. Вот, такая мелкая игра у дна. Да, и вот, все получается. Вот тут все происходит. Померим плотвицу, которая самая большая. 30 сантиметров. Окунь, который самый большой. 26 сантиметров.